А ну расскажи, что тебе тут дали играться? Мне дали играться вот таким вот домиком. Это я все построила. Это обалденный, раритетный, очень красивый дом кукольный. Я просто в восторге таком. Я сама хочу им играться. Посмотрите, тут даже обои наклеены, шторы, окна, кровать. Соня тут уже всех спать он уложила. Сейчас я кратенький обзор сниму домика. Мам, достань, пожалуйста, дом очень большой. Там сверху человечка. Женя дурак, их туда положил. А что кровать тут тоже стоит? Женя. Балбес, Женя. Так, давай покажем, что тут следующий этаж. Мама, у них еще одеялка есть. Так, подожди, мансард, давай, мы сняли, давай покажем следующий. Дай покажу. Одеялка. Тут что тут? Так, что ты тут настроила? Пианино стоит, шкаф, картина, мама, дверь. Мама, тут еще есть. Стол с письмом. Печка. Ой, боже мой, камин. Ну, посмотрите. Камин. Ступенечки. Ступенечки. Вот, смотрите, это реальные ступенечки, это не макет. Короче, тут спускаешься, тут это швабра, короче, тут метелку куда-то дело. В общем, смотрите, это совочек, еще есть метелка. Дальше что здесь? Ванная комната. Вау! Боже, Соня, вот это тебе игрушку дали. Гляньте, это туалет. Я сама построила ванную комнату. Да? Да. Обалдеть. Это туалет, короче, тут все, смотрите, дергается, работает. Краник, посмотрите, миниатюрный шкафчик, и все везде открывается. Гляньте, а что у тебя человечек ногами кверху купается? Ну, ой, то ладно. Подожди, так, ванночки детские. Подожди. Так, что тут на первом этаже? Ой, это вообще огонь, гляньте. Короче, тут кухня, да? А королевская тут еще карета. Часы. Есть. Только коня нет. Так, что тут? Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. А, гляньте, кухонный. Это печка, да, готовить? Блин, вообще круто. Вау, блин, я бы сама в детстве только о таком могла мечтать. Так, а тут у нас что идет? Столик, гостевая. А, это гостиная, гостиная. Короче, смотрите, вот она идет вместе с другой комнатой. Это гостиная. Ой, даже кресло-качалка детская. Класс. Ширмочка. Смотрите, это типа сюда заходишь переодеваться. Только Соня так поставила, что мы с другой стороны. В общем, ширмочка. Ой, я так классно, блин, снимаю. Вот ширмочка вообще. Это кто-то тут, короче, прячется. Так, да, там у него вазон. А я вам покажу, смотрите, какая классная есть. Вот, веранда. Значит, сюда заходит. Они вообще так хотят читать, но она... Дверь открываешь, заходит человечек. Тут клумбочки, смотрите, как красиво. Тут вот еще они котик сидят, тут чай пьют, газеты читают, да, уже. Книжные полочки. Котик, покажи, котик. Угу. Чашка, вы посмотрите эту чашку. У меня слов нет. Вау, я в шоке. Господи, круто! Тут есть карета, класс. Только тут нету коня. Блин, я в восторге. Правильно говорить. В общем, тут спускаешься по ступенечкам, значит. А что у тебя на улице человек спит? Вообще-то карета. Нет. А, у нее там еще причиндал. Ну, подожди. Смотрите, там еще нужно разбирать. Это тут еще целый ящик, куча всего. А, в общем, а где шкаф? Где ты со шкафу? Вот, я хочу показать вам шкаф, смотрите. В общем, шкаф полностью рабочий. А что ты все закрыла? Короче, смотрите, открой дверцы. Открывай, снимай. Только мы его вверх ногами держим. А, о, блин, вот это да. Смотрите, вау, да? Угу. Плательный шкафчик. Шухлядка для обуви. Антресолька, точнее, да? Или как там правильно говорится? Вообще, посудка вон еще на полу лежит. Разбирает. Она еще разбирает, она еще строится. А что это? А что это? Это одежда. А, сумочки. И шляпки. Шляпки. Ой, покажи сумочки. Покажи, мы же девочки, нам надо сумочек посмотреть. В общем, сумочки, гляньте. Вау! Какая сумочка! Так, одну ставим на стол. Где еще? Карета. О, не карета, извините. Для шампанского. Тик-тик-тик-тик-тик. Ой, колесики рабочие. Боже, супер, я в шоке. Ой, я в восторге. Все время в шоке, короче. Ну, не обращайте внимания, у меня такая реакция. Я всегда говорю, я в шоке. Но я пытаюсь исправляться. Смотрите, еще одна сумочка. Тут, короче, тут какие-то две леди, видимо, одинаковые сумочки у них. Так, а где веник? Я хочу людям веник показать. Ты что, убираешь, порядки наводишь? Где веник дело? А, вот веник, гляньте. Вот висит веник. Посмотрите, как классно. Я не могу, главное, что все спят. И вы посмотрите, кто тут спит. Вот эти вот бэбиков, я вам сейчас покажу этих деток. Просто она какие они... Спит. А, это куколки? А, то есть, так, короче, бабатка, смотрите, катает. Короче, куколка. Ой, мамочки, какое оно все миниатюрное. Так, куколка. А это ее, вау. А это, значит, ее куколки. Они такие крошки, я вообще не могу их в руке держать. Они очень маленькие, ну, посмотрите, какие они маленькие. Это ж куколка. Куколки у куколки. Сама куколка-то миниатюрная. А руки, кстати, смотрите, шевелятся. Ты видела, что у куколки руки шевелятся? Покажи. Вот этой.
Нет. Руки шевелятся, да, представляешь? Вот, а мама тебя увидела. А паровод... Гляньте, что тут у нее даже есть коляска. Чтобы вы понимали, даже вот по коляске видно, каких лет этот домик. Это просто у меня счастье неописуемое, что я его увидела вживую. Я могу к нему прикоснуться и сделать вам обзор, показать, какая классная, красивая вещь была раньше. Так вот, она сама помещается сюда. Действительно помещается. Вот так вот ее родители возят. На голову ей? Кому? Да нет, блин, а маме. А, маме на голову. А, я дочке думала, ладно. Вот. Мне нравится шкаф книжный. Посмотрите, книжный. Ё-моё! Только тут дверцы не закрываются. Книжки выходят, да, я думала, они приклеенные. Они... Книжки, реально книжки. Смотрите, они выходят. Да, выходят. Они очень, очень реалистичные. Все такое реалистичное. Все максимально шевелится, крутится, вертится, функционирует. В общем, у меня тут... Ой, вещи. От восторга голова кругом. Гляньте, даже картины висят в доме. Обои в каждой комнате, смотрите, по-другому, по-разному наклеены. Вы что, смотрите. Ой, картина. И прицепка для лошади. Картина реальная, гляньте. Это не игрушечная, это реально картинка. Реальная картинка. Там вот картина с петушком. Боже мой, у вот. Меня счастье. Что я вообще это вживую вижу. Вот картина, вы посмотрите. Настоящая картина. Это прям настоящая картина. Ну, в смысле, фото людей. Короче, у меня от восторга, у меня сейчас челюсть отпадет обратно. Когда мне некоторые написали, челюсть отпадает? Да, челюсть, реально челюсть отпадает. Когда ты такое видишь, когда ты это, об этом мечтал просто хотя бы увидеть это со стороны, ну, не в рекламе, а по-настоящему, и ты это реально видишь и трогаешь, и тебе дали возможность это поиграть. Это очень большое счастье. Мне действительно челюсть отпадает. Вон еще картина. Смотри, Соня, семейная картина. Типа, кто здесь живет в этом доме? Вот видите, там идет картина. Фотография, фото. Не картина, а фотография. Часы. Рукомойник. Блин, мне нравится рукомойник. Смотрите на этот мимишный краник. Вау. Короче, люди. Я... Просто рада была его увидеть и снять, показать вам, чтобы вы тоже могли увидеть, какие раньше были красивые игрушки. Я представляю, сколько этому домику лет. Я даже боюсь его трогать, честно. Я когда дочке дали играть, я сказала, не дай бог ты здесь что-то сломаешь, не дай бог что-то испортишь, пожалуйста, очень аккуратно, максимально играй, потому что дом в идеальном состоянии, все игрушки целые, все функционирует, это чужая вещь, это раритет. И... Я очень счастлива, что я могу его взять в руки. И при этом я сказала, не вздумай что-то с ним испортить. Карета с котом. Так, я хочу посмотреть, что у него тут еще есть. Смотрите на этого, вау, чувака. Это хозяин сам, походу. У него руки, ноги шевелятся, он на лего похож чем-то. Но это не лего. Стульчики. Шкаф. Вот эта девушка сначала обратила внимание на этот шкаф. Я тоже хочу... Посмотрите его. Ой, гляньте, у него все открывается. Гляньте, классно, да? Красиво. Едем, обалдеть. Едем, милый. Я снимаю обзор, а ты, как обычно, мне мешаешь и кричишь. Гляньте, что здесь есть. Печь. Прикиньте, это уличная печь, при этом летний душ идет. Я так понимаю, да? Ну да, судя по всему. Это вот идет. Типа сюда кидали дрова раньше, типа, в те века. Года. Сюда ложили дрова, печка топила, отсюда идет дым. А это вот краник тут, водичка текла и душевая. Супер, 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 супер. А, вот фрау. Вот сама фрау. Или как там, да, правильно называется женщина? В общем, это хозяйка, видимо, дома. Хозяин дома. Горничная ихняя. Ой, какие все красивые. Вау. У меня слов нет, так ножку надо, ножка чего-то отпала, нужно вот милому маму сказать, что приклеил. А, вот этот стульчик. Стульчик деревянный. Деревянный, красивая мебель. Так, все, ладно. Все, всем пока. Еще раз вам покажу вот этот вот домик. Вот он такой вот большой. Он очень большой. Вот моя рука, вот приблизительно, смотрите, какой дом размеров. Все, пока всем. Я думаю, вам понравится этот обзор, потому что вы вместе со мной, многие, я думаю, увидели этот домик тоже впервые. Спасибо большое людям, что дали его поиграть и увидеть.
Я очень счастлива. Спасибо, спасибо большое. Пока.